Мы не наблюдаем каких-либо снижений процентных ставок в среднем по рынку. По топ-10 крупнейших банков России процентная ставка в настоящий момент на вклады на один год рублевая установилась на уровне 7,7-8% годовых. В первой декаде марта никаких коррекций по моим данным, не было. Более того, в марте банки традиционно выходят на рынок с новыми предложениями, с сезонными предложениями для своих клиентов, для вкладчиков. И эти сезонные предложения подразумевают какие-либо льготы для клиентов, в том числе и повышенную процентную ставку. Поэтому, по моим оценкам, ставки в ближайшее время будут немного корректироваться в сторону увеличения. Конечно, первые месяца года они характеризуются значительным притоком частных денежных средств частных вкладчиков. Связано это в большей степени с социальными выплатами, так называемыми. Да? Это могут быть там, в этом году было увеличено денежное пособие для выплаты военнослужащим, какие там зарплаты государственным служащим были индексированы. В связи с этим есть повод для размещения денежных средств в банках. Что касается прогноза, то на наш взгляд, ну, это не может длиться бесконечно, хотя Альфа-банк повысил ставки по вкладам в конце декабря. В первом квартале мы ничего не меняли, и мы видим всплеск. Как прогнозируют наши аналитики, что, скорее всего, со второй половины этого года, возможно, будет такая небольшая конкуренция за частных вкладчиков, и, возможно, ставки пойдут, все-таки будут повышаться. Что касается снижения процентной ставки и по вкладам, то здесь бы я не говорил о некой уже динамике, там достаточно незначительное снижение. Но в целом, если смотреть то, что говорят эксперты, то здесь есть мнение о том, что на сегодняшний день вот эта тенденция роста процентных ставок, она нашла некий свой уже локальный потолок. То есть, если мы будем дальше говорить там, о каких-то, может быть, повышениях отдельных банков, то это может быть уже какой-то единичный случай. Здесь, пожалуй, стоит отметить, что принято... Ну, последние новости, да, приняты все-таки антикризисные меры там, по Греции, согласована очередная антикризисная мера. И здесь, в общем, некая такая, опять же, временная, нет ничего у нас постоянного, но некая временная стабильность, она обрисовалась. Ближайшее то, что мы себе видим, это некая ровная динамика этого показателя. Возможно, там какие-то будут колебания чуть-чуть ниже, чуть-чуть выше, связанные с какими-то единичными решениями. Периодически очень сильно на ситуацию по процентным ставкам влияют и такие глобальные новости, которые есть. На сегодняшний день у нас таких новостей нет.